В Хорошево, подъезжаем к нашей даче, а Жужик уже на полдороге, ой, бедный, аж подскакивает, рады, он больше всех рады, вот такой, так рады. Вот наша дача, вот такой домик. Вообще он трехэтажный, там еще вниз спускается, и, ну еще там этаж есть. Да. Не, на две машины. Че, все равно три. На две. Гараж классный вообще. Ой, тут потолок. Тут хоромы. Так. Ну, конечно, тут все прибрать. Тут годами никто не жил. Вот такая кухня. Ну, потолок, конечно. Ну, там, да. Такая веранда. А, тут ну, это детская была, это по-любому. Жужик бегает. Так, там, да, сейчас идем вниз. Жужик, иди сюда. Ну да, качели во двор, класс. Она хорошая. Вот банка. Так, теперь отойди. Тут что? Это спортзал. Да, это спортзал. Спортзал. Ага. А это баня, да? Вот баня. И вон беговая дорожка. Потом посмотрим, потому что включим ее. Душа большая. Так, как тут свет включается? Руками? Руки убирай. Убирай руки. На, ну, ты бежишь. О, да. Так, все к нам в гости в Хорошево. Беговая дорожка. Баня, спортзал, как хотите. Все должны побывать у нас в баньке. По 100 грамм в баньке. Папа, мы ждем тебя. Дед, мы тебя ждем. Так, это туалет, ванна. Все в плиточке. Да, топить такую домину, конечно. Нет, это только лето. Только лето. А вот он котел. Это твердотопливный, да, котел, я так поняла. Дрова, да. Ага. Да, такую махину отопить. Спальня. Наша комната будет. Да. Кошка. Давай, вид с окна. Третий этаж.
Из окна там березовая роща. Ой, не это, не фокусируется, сетка фокусируется. А там березовая роща, и вот туда там дальше озеро. Ну, оно из-за сетки. Там помада. Даже кондиционер. Да. И тут есть, да? Да. Да. Тут. И вот еще спальня тут. Ну, тут, наверное, у них много детей было. Везде такая мебель. А это по-любому детская была. Глянь, все в таких наклейках детских. Зайчики. Так, ну и вот он, этот дом. Тут, конечно, все заброшено, много лет никто не жил. Наш папандя сказал, тут все перекопают, уберет, работает тут непочатый край. Ну, как летом, летняя какая-то такая отдушина. Это супер. Потом там дальше покажем. И вот она веранда. Вот он. Первый этаж, там веранда, где кухня, и там, где спальня. Тихо тут, так круто. А жужик счастлив. Так, и вот оттуда мы пришли. Где-то вот там наш дом. И вот она тут, березовая роща. Вот папандя, там жужик серый тут тормозит. Мы его ждем, копает копатель. Идем, вот она. Речка, ну озеро, озеро. Это озеро или речка? Озеро. Ставок. По-нашему ставок. Еще забрали посылку с почты. Снимаю распаковку. Что-то очень необычно и интересно. Вы догадались, что это? А, нет, я знаю, что не догадались. Это гвозди, на которых мы будем всей семьей учиться стоять. Гвозди для начинающих. Наши гвоздики. Я пока... О, на аппликатор Кузнецова. О, я еле на него становлюсь, на аппликатор Кузнецова. Сейчас привыкну. Не, я там перевернула. Так. Фу, теперь на доска садху. Садху. Но надо учиться стоять. О. Так. Ты идешь по зеленой траве. Учиться, как же учиться? А ну серый, да я попробую. А ну сейчас папанька. О, а что это? Аппликатор Кузнецова. Да я на аппликатор еле знаю. Так. Аж позеленел, не? Ну больно, очень больно, реально больно. Больно. Ты по зеленой травке хаешь. Может я попробую? Давай, серый, давай. Это реально больно. Да, больно, но полезно. Аппликатор Кузнецова. И гвозди. Раз.
Сначала не больно, через 5 секунд, капец. Начинается. Такое больно, больно. Ну, такая у нас доска. Будем оздоравливаться. Сережа вышивает бисером. Прям влёгся. Сереж, что ты вышиваешь? Покажи. Я потом покажу. Да, потом покажешь. Хорошо, сидит там, прям увлекся. Умничка. И я тоже в таком возрасте, помню, вышивала бисером. Тут тоже он до войны вышивал. Там вспомнил, и бабочку вышивал, и сердечко. Это мы ждали бабушку Наташу в гости, и для бабушки вышивали. Так что дед приедет, мы бабушке Наташе передадим. Такое старание. И это еще 22-й год. А тут, ну, не показывай, ладно. Так, ну что, Сережа, да, получилось. Так, а что это такое? Это яблочко, а это? Это монетка. Это монетка. Класс. Ну, как говорится,